Через 10 лет появится таблетка для похудения. Это война. Нижняя мышь, она нормальная, а верхней внесли точечную мутацию, выключили ген, завязанный на систему усвоения сахара. Живут одинаково, они в одинаковых условиях. Абсолютно условия. И у них полные, то, что называется, они даже родственники. Одна буква из миллиарда заменена, и вот такой эффект. Активация симпатической нервной системы притупляет чувство голода. Но, уважаемые коллеги, они увеличивают частоту сердечных сокращений, читаем дальше, увеличивают смертность. Долго нельзя эти препараты использовать. Настоящих лекарств и медицинских методов с каждым днем становится все больше. Таблетки универсальные для всех быть не может, хотя я их очень люблю. Мне их столько дома, вы даже не представляете. Уже примерно понятно, как придумать. Только надо сразу сказать, это не одна волшебная таблетка. Это комплекс технологий, который мы сейчас называем персонализированной медициной.